Всем привет! Сегодня мы будем мариновать шампиньоны. Берем упаковку шампиньонов, тут где-то 250 грамм. Насыпаем немного муки для того, чтобы отмыть от грязи. Добавили воду и тщательно мешаем шампиньоны с мукой и водой. Мука удивительным образом отмывает шампиньоны от земли и от всей грязи. Просто сливаем жидкость грибов и промываем под проточной водой. Теперь наливаем воду в кастрюлю, ставим на нагрев и добавляем немного соли. Как только вода закипела, добавляем парочку лавровых листиков и засыпаем шампиньоны. И варим грибы минут 5. И высыпаем в какую-нибудь емкость. Пока грибы остывают, подготовим заправку. Нам нужно нарезать чеснок просто вот такими вот кольцами. Чеснок нарезан, добавляем его в грибы. Далее займемся луком. Режем лук тонкими полукольцами. И также добавляем грибам. Натираем небольшую морковь на крупной терке. И добавляем туда же к грибам. Далее берем черный перец горошком. Измельчаем его. Либо берите обычный молотый черный перец. И добавляем его к грибам. Далее добавляем столовую ложку сахара, 2 столовые ложки растительного масла, 3 столовые ложки уксуса 9%. Сколько добавить остроты, решайте сами. Я добавлю красный перец, он у меня очень острый. Совсем немного, на краешке ложки. И все тщательно перемешиваем. Перекладываем грибы в какую-нибудь баночку, закрываем крышкой и убираем в холодное место на 24 часа. Прошло ровно 24 часа. Грибочки готовы. Смотрите, как это все выглядит прекрасно. Они получились хрустящие, я уже попробовал. Так что обязательно пробуйте готовить по этому рецепту. Закуска получается обалденная. Можно просто кушать как салат, либо закусывать горячительные напитки. Спасибо огромное всем за просмотр. Оценивайте видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо, всем пока.